Раль-Даль. Волшебное лекарство Джорджа. Глава вторая. Чудесный план. Джордж уселся на кухонный стол. Он все еще дрожал. Ох, как же он ненавидел бабушку. Именно что ненавидел. Эту кошмарную старую ведьму. И внезапно ему нестерпимо захотелось сделать с ней что-нибудь этакое. Потрясающее, сногсшибательное, оглушительное. Что-то вроде взрыва. Чтобы рассеялся этот жуткий ведьминский запах, окутавший гостиную. Пусть ему всего лишь 8, но он не трус. Старуха бросила ему вызов. Он его примет. «Я ее не боюсь!» – прошептал он себе. Но на самом деле он боялся. Потому-то ему и захотелось ее взорвать. Ну, не совсем взорвать, но хорошенько тряхнуть. Но как же это сделать? Как устроить этот потрясающий, сногсшибательный, оглушительный бабушка-взрыв? Хорошо бы подложить ей под кресло петарду. Но у него нет петарды. Хорошо бы подбросить ей сзади на платье длинную зеленую змеюку. Но у него нет длинной зеленой змеюки. Хорошо бы запустить к ней в комнату шестерку здоровеньких черных крыс. Но у него нет шестерки здоровеньких черных крыс. Пока Джордж сидел и размышлял над этой увлекательной задачей, взгляд его упал на пузырек с бабушкиным коричневым лекарством. Наверняка жуткая дрянь. 4 раза в день бабушка вливала в рот полную ложку этой гадости. И не похоже, чтобы от этого был хоть какой-то малейший прок. После приема лекарства старая гиена оставалась такой же гнусной, какой была до того. Смысл-то лекарства в чем? В улучшении? А если все остается как было, значит никакой пользы от лекарства нет. Ага! Вдруг осенило Джорджа. Угу! Ого! Я знаю, что я сделаю. Я сделаю ей новое лекарство. Такой красоты и силы, что оно вылечит ее напрочь. Или снесет ей скальп. Это будет волшебное лекарство. Лекарство, какого не делал еще ни один доктор в мире. Джордж посмотрел на кухонные часы. Еще почти час. Йо-хо! Поехали! Крикнул Джордж и спрыгнул со стола. Волшебное будет лекарство! Ха-ха-ха-ха! Теперь мне не нужны тараканы и блоха. Горстка улиток, ящериц пара, склизкие щупальцы кальмара, яд из коры и листьев анчара, жало шмеля, 3 зерна граната. И порошок из костей вомбата, и 1000 разных прочих штучек, ужасно противных, ужасно вонючих. Смешать, вскипятить, настоять, и привет! Микстурки такой не видывал свет. Мы подождем, пусть остынет немножко. И полную ложечку! Носик зажала, зажмурила глазки. Не бойся, бабуля, глотай без опаски. Она подпрыгнет, она взорвется. Она задымится, к небу взовьется. Вдаль полетит, как из пушки снаряд. Запузырится, как лимонад. Не знаю, увидите сами. Главное, чтоб это было не с вами. Если б ты только знала, бабулька, что поджидает тебя в кастрюльке?